Добрый день, с вами Светлана Розель и прогноз по валютам от MyFinBuy. Сегодня поговорим о том, как евро просел до годового минимума, почему доллар практически не изменился и что можно ждать от курсов валют в ближайшую неделю. Специально для MyFinBuy об этом рассказывает старший аналитик компании Альпари Евразия Вадим Иосуп. Добрый день. На прошедшей неделе важнейшим фактором на внешних валютных рынках было снижение евро. Валютная пара евро-доллар снизилась с 1.1570 до 1.1440 или на 1,1%. Российский рубль чуть снизился к доллару и заметно укрепился к евро. Доллар в России подорожал с 71,7 до 71,9 российского рубля или на 0,2%. При этом евро подешевел с 82,9 до 82,2 российского или на 0,9%. В результате таких движений доллару удалось незначительно подорожать к белорусскому рублю. Он вырос за неделю на 0,01%. При этом евро подешевел на 1,07%, а российский рубль подешевел на 0,2%. В результате таких изменений после одной недели роста валютная корзина снизилась на 0,31%. На начавшейся неделе, вероятно, падение евро на мировых рынках продолжится. И в этом случае доллар может остаться вблизи 2,45%. Евро может снизиться до 2,77, а российский рубль может подешеветь до 3,40 за 100 российских. Вадим, благодарим за ваше мнение и прогноз. Напомню, что следить за курсами валют удобнее всего в приложении MyFin. Ссылку ищите в описании. Увидимся через неделю.